13 сентября 2019 год. Обратите внимание. Город Сан-Риер, штат Орегон. Дмитрий Иванович открылся сегодня в новом образе. Да, смотрите. Видите, электрические трубы. Он замеряет. Но все равно у него специальный тулс. Он их режет. Раз, раз. Все готово. Видите, какая красота. А что же он делает, Дмитрий Иванович? Хозяин захотел, чтобы вот эти ступеньки освещались. Выходишь, включаешь, и они светятся. Вот это вот все коробочки, которые он ставит, и трубочки протягивает, где будут проходить провода. Это электрик Дмитрий Иванович. Мы просто созидатели чудес. Теперь я думаю, что Сан-Ривер будет приглашать его на работу. Команда под названием ЕС. Да, по электрике. Обратите внимание, как красиво все сделано, профессионально, качественно. Не придерешься. Пойду покажу. Вот еще одни ступеньки Дмитрий Иванович закончил. Будет очень красиво. How are you today? Хорошо. Молодец. И вот Дмитрий Иванович поставил здесь все коробочки под светильники. Так что ступеньки будут светиться. Когда здесь будет снег, я думаю, что очень красиво будет. А зимой здесь часто выпадает снег. Это там видно. Так что вот так вот мы и работаем в этом городе. Сегодня шикарная погода. Солнечно все. Все очень красиво. Энергия, наша работа. Энергия, наша работа. Энергия, наша судьба. А вот и я. Энергия, наша судьба. Вот так я и работаю. Энергия, мне жарко. Наша судьба. Ну, очень классно.